Всем привет! Я Сергей, а это видео о том, как я накачал пресс за 30 дней. Лично я совсем не любил тренировать пресс, поэтому какого-либо рельефа у меня не было в принципе. Если я его тренировал, то уделял максимум минут 15, и это было раз в месяц. И чуть более 30 дней назад я бросил себе вызов и решил поставить эксперимент, что будет с моим прессом, если в течение 30 дней я брошу все силы именно на его прокачку. Меня ждали офигенные 30 дней челленджа, которые закончились супер крутым результатом. Перед тем, как начинать эти адовые 30 дней, мне нужно было подумать. Моей главной задачей стоял рельеф. Поэтому я пришел к выводу, что делать миллиард сгибаний или стоять 8 миллионов часов в планке – это максимально херовая идея. Поэтому я составил для себя, грубо говоря, программу тренировок, которая, по моему мнению, помогла бы мне прокачать мои кубики, сделать рельеф и все. Я ее составил, и вот что она из себя представляла. Меня ждали 2 тренировки в день в течение 30 дней, утренняя и вечерняя. С утра я делал жесткую 5-минутку. Такая 5-минутка у меня есть на канале, поэтому если вам интересно, то заходите вот на вот этот видос. Он максимально классный, заряженный, невероятно крутой. Там рассказывается о том, как забить ваш пресс за 5 минут. С утра в течение 30 дней я использовал именно эту тренировку. Хотя к концу челленджу я мог уже выполнять не 5-минутку, а 10-минутку. А вечером я проводил полноценную 20-30-минутную тренировку, которая задействовала все группы мышц, как вот эти, так и вот эти, верхние, нижние, средние, центровые, круглые, квадратные, треугольные, задние. Короче, как-то так. Как и полагается, для начала я замутил фотосет. Я бы не сказал, что пресса у меня не было в принципе. Он был крепкий, выносливый, но ни хрена не рельефный. Моя задача стояла сделать его максимально рельефным. Короче, 30 дней, поехали. Приятного просмотра. Доброе утро, как говорится. Первый день будет сложно, 30 дней. В своей жизни я делал всего лишь одну 30-дневку, это было 18 тысяч отжиманий. Было очень сложно начинать, потому что каждый день приходится работать, фигачить, выкладываться, а в этот раз мне придется достигнуть какого-то результата, который мне именно нужен. Тогда это был просто эксперимент, мне было интересно, что будет, если я сделаю 18 тысяч отжиманий. Тут же моя главная цель — это конечный результат, поэтому сейчас буду чистить зубы и наваливаться на тренировку. Первую. Ну и дела. Короче. Навалимся на тренировку, есть у меня вот такой вот парниша, вообще классный тип. Будем сейчас ебашить пресс. Оу, е! Готово. Пора Оп-оп, запись. Меня видно, не? Хопа,
Прилетел, короче, с универа, и нас ожидает нереальная тренировка на пресс. Вообще, по факту, если так подумать, последний раз я качал пресс, прям вот жесткую такую тренировку, не 5-минутную, а нормальную тренировку пресса я проводил месяц, может 2, может 3, я не помню. Очень давно это было, я реально ни хрена не помню. Сейчас навалимся и, короче, забахаем. Короче, погнали, тренировка. Я бы ударил по камере, но не буду. Будем работать вот здесь, вот, нет, не там, вот тут. От дивана. От дивана. Опа, медведь. Дивана. Типа, вон дивана. Второй день. Поехали. Тренировка утренняя покончена, отправляемся на завтрачек. Сейчас что-нибудь запахает. О, бананчик. Нормально. Короче, если ты подписчик моего канала, то, наверное, ты уже видел этот видос. Но я монтирую, мать его, видос про манник. Про манник, вот он, сейчас покажу его, даже получился тут. На самом деле, такие рецепты очень легко монтировать, обожаю их монтировать. Это не вот этот видос, который вы сейчас смотрите, его пиздец как сложно было монтировать. Хотя я его еще не начал монтировать, но сейчас, короче, заканчиваю монтировать и навалимся на тренировку. И все. А потом будем есть кисель. И кашу. Сегодня третий день, и знаете что? У меня болит пресс. Это просто что-то с чем-то. У меня не болел пресс где-то год, может полгода, потому что я просто не знал, как его убить. А тут я его просто убил. Походу, я задействовал мышцы, которые не задействовал либо ни разу, либо давно очень не задействовал. Но это очень крутое чувство. Болит он, кстати, у меня нереально жестко, поэтому сегодня мы пропускаем треню. Ну вот утреннюю не пропускаем, сейчас запилим, и все. Это значит, что все идет по плану. Вроде. Йоу, всем привет, короче, как привет. В нашей единственной комнате, в нашей мега крутой однокомнатной квартире есть огромное окно.
Вот оно, вот оно. И, короче, нам пришла мысль интересная писать на окне маркерами для белой доски. Для вот этой. Потому что она довольно маленькая. Я хочу больше. Я подумал, что можно же зарисовать, заисписать все окно. Это же просто гениально. Но, перед тем, как это делать, нужно его сначала помыть. Желательно с двух сторон. Ты где, блин? Бля, он все-таки был тут. Нашел. Знаете, что это называется? Это называется гениальность. Сейчас покажу, почему. Дамы и господа, вот что у меня получилось. Это просто мега-шедевр. Я бы не сказал, конечно, что это лучшее, что рисовало человечество, но это мне очень нравится, это прикольно, это классно, офигенно. Когда я снимал 18 тысяч отжиманий, я использовал обычный лист бумаги. А тут, грубо говоря, новый уровень. Самое интересное, что я сделал эту тему, и сегодня уже четвертый дей. Сейчас мы навалимся на утреннюю тренировку, и все, и пойдем в универ. А, да. Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesson. Готово. Утренняя. Короче, половина будет утренняя, вторая половина будет вечерняя. Ну то есть, основная. А утренняя это 5-минутка, поэтому, ну, такое. Ну, главное, важно, и все. Деньги. Короче, сегодня 1 марта, и знаете, что это? Что это у меня в руках? Это у меня в руках блокнот. Блокнот, который должен быть у каждого человека на планете. Вообще у каждого, у любого. Даже у собаки. Нет, у собаки зачем у нее? Две цели в жизни. Это покушать и облизать своего человека. Короче, у каждого человека должен быть такой блокнот. Блокнот, в который он записывает свои цели. Свои цели, а также какое-нибудь видение на будущее или свою главную задачу вообще в этой жизни. Я ее разглашать не буду. Но, так как сегодня 1 марта, вчера закончился февраль, как ни странно. И получается такая тема, что все, январь-февраль. Я ставлю цели таким образом. Я расписываю страницу на год. Потом у меня идет, значит, цели на 2 месяца.
То есть каждые 2 месяца я обновляю свои цели на эти 2 месяца. И потом каждую неделю. Это на самом деле очень крутая тема и вообще невероятно прикольно. Я раньше думал, нафиг они нужны на неделю-то цели, ну их можно написать куда-нибудь на стене. Но нет, фишка в том, что вот именно вот, чтобы на бумажке было. Вообще мне один чел сказал, что записывать цели это абсолютно бесполезная фигня, никому нафиг не нужно. Он не прав. Если он кто-то это говорит, то знаете, он не прав. Или она. Потому что цели, ну это невероятно круто. Это просто зашибись. Это прям... Вообще главная фишка, почему мне нравится этим заниматься, писать цели каждую неделю, это именно вот те пару секунд, когда вы ставите галку напротив своей цели, что вы ее выполнили. И вот этот вот кайф такой, я выполнил, я сделал, я красавчик. Львиный. Поэтому сегодня 1 марта мы запишем новые цели, и я сейчас сначала зачеркну старые, к чему я вообще пришел. Теперь самое главное, вот этот вот блокнот всегда носить с собой, потому что он как бы ваше все, это ваши цели, это ваше будущее, это ваши задачи. Всегда с собой. Хотите переписать цель? Переписали. Хотите посмотреть цели? Взбодриться там, воодушевиться, вдохновиться, замотивироваться. Посмотрели, перечитали, может что-то переделали и все. Приехали домой на пару дней, может на 3, может на 4, но пресс мы продолжаем работать, фигачить и все. Закончили. Оп-оп-оп-оп, пара-па-пау. Так, короче, для сегодняшнего видоса, точнее для съемки сегодняшнего видоса, мне понадобится противень, ибо мы переехали в новую квартиру, а жили мы где? Правильно, в общагах. А в квартире у нас противня нет как такового, поэтому что мы делаем? Мы летим в магаз. Помимо противня нам нужно еще пару интересных приспособлений, а точнее продуктов. Продуктов это уксус, это манка, нет, манка у нас есть, это сахар, это кефир. И короче, все, отправляемся и все, и покупаем все, что нужно. А, еще нужны яйца, тонна яиц, вообще невъебическая тонна яиц. Я короче пришел к выводу, что лучше покупать не 10 яиц, а где-нибудь 50 или вообще 100, потому что съедаются они у меня очень быстро. Так, нам все еще нужен противень, все еще нужен противень, и яйца, а и уксус еще, и уксус, ё-моё, я понятия не имею, где все находится, нету тут противня, ё-моё, опа, сушилка для носков, и прикиньте, это гениально, гениально, ладно, опа, так, что-то есть, мне нужен обычный квадратный противень, поглубже, ибо так прикольный, так кайфовый, я понятия не имею, где он, его тут тупо нет, противня, вы прикиньте. А, да, а чё я туплю-то? Противень нормально или... Да, ну, мне кажется, сойдет. Ну, противень как противень, я понятия не имею. Короче, я спросил очень крутого человека, и он сказал, что вот это надо. Оно дешевле вдвое, а по факту одно и то же. Нам нужен все еще уксус и куча яиц. Хожу, короче, и знаете, что нашел? Хлебцы нашел. Хлебцы это очень классные, прикольные, это очень сладкие. Нам нужно что-нибудь а-ля... яблоко, корица, самые классные, как по мне. Но их тут нет, здесь есть карамель, бородинский, хлеб, а-ля. Возьмем черничное, не знаю. Возьмем недорого и вкусно. Но
мне все еще нужен уксус и яйца, я их все еще не нашел, вы прикиньте, бля, овощи, яйца и уксус, опа, тихо, знаете, что я нашел, хоп, это уксус, это, нет, это не уксус, это соусы, ё-моё, мимо, черт, вот тут пиво, да, это, не, это очень плохая вещь, это мы ее обходим нахрен, и завернете сразу в реку, кого, куда-то завернете, а, рилток, яйца возьмем сразу много. Это видно. Супер, берем кучу яиц. И остался уксус. Уксус, как она сказала, находится где-то сверху. Топпинг. Опа. Я нашел. Уксус 9%. Столовый 9% уксус, дядя Ваня, сойдет. Все, осталось, короче, овощ. Знаете, что здесь есть? Это музей молока. Гениально. Здесь огромная корова. О май гад. Вот это жестко. Ветер тут, как бы. Короче, пока никому не говорить. Я кинул не вовремя и кипанул в эту железную чашу. И об этом никто пока что не узнал. Кидаем. Вчера с утра я понял, что 5 минут это мало. Поэтому мы превращаем 5-минутку в 10-минутку. Все. 10 упражнений по 1 минуте, это жуть. Короче, если хотите реальный челлендж, заходите на канал, смотрите видос про пресс за 5 минут. И вместо того, чтобы делать 5 минут, делайте 10 минут. А? Это жуть. Доделываем пресс. Душ. И спать. Йоу, всем привет, спустя 29 дней.
Сегодня 30-й день нашего челленджа, это значит, что сейчас мы проведем последнюю тренировку. Последнюю из 60 тренировок. Я на самом деле не заметил эти 30 дней, они прошли невероятно жестко, круто и заряженно. Пока я монтировал этот ролик, я заряжался своей же энергией, был мотиватором для самого себя, это было невероятно круто, невероятно офигенно, и все. Сейчас проводим последнюю тренировку и посмотрим, что случилось с нашим прессом за эти 30 дней. Тридцать первый день, результат дубль один, поехали. Оп, привет. Спустя 30 дней. На этом все. За эти 30 дней я получил результат, эквивалентный затраченной работе. Этим роликом я хотел сказать, что с первого раза, с первой тренировки, с одной попытки у вас никогда ничего не получится. Если вы хотите реально годных результатов, каких-либо свершений, кучу денег и просто офигительной жизни, вам нужно пытаться и пытаться. Вам нужно пробовать и пробовать. Тренироваться и тренироваться. Ибо все самое сладкое в этом мире достается только тяжелейшими тренировками. Огромным количеством затраченного времени и самодисциплины. Как я уже сказал, за один день у вас ни хрена не изменится. За неделю у вас тоже ни хрена не изменится. Но, работая в течение месяца, двух месяцев, а может и года, вы получите просто невъебические охренительные кубы, охренительный рельеф и будете просто Дэвид Лейт своего времени. Надеюсь, этот ролик поможет вам встать с дивана и начать действовать. Вместе мы сделаем этот мир лучше. Ты сам решаешь свою судьбу. Ты сам решаешь, кто ты, какой ты и кем ты станешь в будущем. Абсолютно все в твоих руках. Дерзай. I won't give up, I won't back down until I'm 9-6 years old.